Друзья, всем привет, всем привет. Сегодня у нас мукбанг. Короче, я приехал домой, друзья, уже. Я в Курчатове. Вот. И смотрите, вчера в Москве я купил на ЖД вокзале там магазин, и там продают белорусские колбасы. И вот я купил вот такие вот красивые охотничьи колбаски. Смотрите. Вот так, короче, они выглядят. Вот такие охотничьи колбаски. Вот. Сейчас, друзья, будем с вами кушать. Будем кушать с вами, друзья. Это вкуснятина. И, короче, тут у меня еще лаваш, ну, лепешка. Вот такая вот. И я буду запивать вот таким лимонадом палпи апельсиновый с мякоти. Вот такой вот. Друзья, так, сейчас. Отломлю я лавашика. Колбаску охотничью. Ну и приятного вам аппетита. Друзья, знаете что? Я хочу лучок почистить один, с лучком съесть. Друзья, ну вот я почистил лучок себе. Хочу с лучком поесть. То сейчас такое время, да, всякие простудные заболевания. Лучше лука побольше есть. Так, ну что? Макаю в соль. Класс. Друзья, такой мощный лук аж до слез. Аж слезы у меня текут сразу. Да, аж слезы текут. Блин, лук мощный вообще. Пробивает насквозь. Вот это сила, друзья, вот это сила. Вкусные колбаски и такие свежие. Налью все палпы.
Отлично, вкуснятина, друзья. Вкусненько. Палпи вообще вкусный. Апельсиновый вообще обожаю. Копченые охотничьи колбаски. Блин, лук, друзья, вообще. Такой мощный. Я говорю, насквозь прям пробивает. Прям аж и слезы текут ручьем вообще. И чувствуется, что такой сильный лук. Блин, классно, палпи вообще. Прям чувствуется, что с апельсиновым соком. Очень вкусное. Объедение. По пятибалльной шкале, друзья, если оценить эти колбаски, то на 5 баллов очень вкусные. Все, друзья, всем счастья, здоровья и пока. Увидимся.